относительно спокойно, потому что подстанция вот эта, она питает, оказывается, еще и яиц. Да, то есть если они ее разбомбят, короче, получается, они сами без света остаются. Ну, дело в том, что отходить начнут, конечно, не разбомбят. Так постреливают потихоньку, снайпера работают. Ну, относительно передвигаться можно спокойно. Ну так, по живой силе чисто работает. Да, ну, снайпера, видно, хорошие работают, потому что длина, ширина речки тут получается больше километра. Ну, 900 метров, и если брать от более-менее точки, где-то кило 200, кило 300. С СВД, например, стекла просто побило. А видно, спецура какая-то работает с хорошим машинками, потому что стекла сбирки. Стекла. И по ночи работают, по темноте. По ночи, так это уже с тепловизорами, видать, с ночниками. Потому что прицельно бьют, вышли на берег, нахуй, прицельно бьют, Так, а сейчас куда мы идем, пацаны? Сейчас поворачиваем туда. Сейчас мы подойдем более с другого края, где их более видно. Вот, пожалуйста, обгоревший, видишь? Это у них простреливаемая уже территория началась. Двигаться можно. Ну да, посгоревшие все, обгоревшие деревья. То есть потому они, что знают, что мы по селу не едем. Да, они понимают, что по селу стрельбы не будет никакой. Вот. Это вот с фермы, да, там еще? Вот это ферма, где начинается. Вон, да, да, да. Вот белое здание, черная крыша, край черной крыши от попадания. Я понял. Вот. И вот за ним ферма начинается. Получается, там балка, они в балку загоняют технику и обстреливают правую сторону нашего берега. Вот ту сторону. На кладбище, вот кладбище находится у них. Вот. Там, нахуй, глаза, нахуй, там снайпера, нахуй, сидят. Ну, вглубь деревни не надо. Пошли на суд. А куда мы сейчас идем? Пойдем на сопку, сейчас ты увидишь там, короче, другой село плотнее будет, еще херня. Там будет видно хорошо. Да, там более-менее... Там обзор хороший просто, блядь. Там стоишь наверху, на бугру, тебе, блядь, все как на ладошке. Хорошо. Местные говорят, что у них тут помимо Азова находятся еще скинхеды, как наемники. А, так тут и Азов находится, да? Да, Азов находится. Вот. Бригада скинхедов какая-то здесь у них, потому что местные ездили, ну, ездят, общаются. Да, да. Тут много чего. Была Дева Мария, айдаровцы стояли тут были. Ну, ну, сейчас где-то человек около 500 их там в общей сложности. Понятно. По той стороне. Это если, конечно, брать во внимание слова местных, ну а их брать во внимание... Просто необходимо. Ну, естественно. Да, проверить как бы такового не получается, а слушаться, прислушаться можно. Раньше один человек хлеб возил. Утром просто встречали его, спрашивали. Он сразу говорил, сколько заказывают они хлеба. А уже, соответственно, поэтому можно было определить, количество людей. Сколько их человек находится. Да. Тем более они заказывают хлеб на сутки. Ну, сейчас там перекрыли, он не ездит сюда, хлеб не возит. Понятно. Вот это все, что у них там есть такое. Ну, техники там у них хватает. Понятно, есть время было укрепиться. Отстойники, короче, ну, под воду для полей. Они их тупо просто забетонировали и все, там зарылись хорошо. Там подземные ходы. Вот и дождались, ждали туда же перемирия, там, да. Все. Дали им возможность, понимаешь? Теперь... Ох, бля, хороший блиндажик. Секрет действительно хороший. Маленький такой, ну, для пару человек. Да. Ну, секретик неплохой, особенно зимой, да, смотри, бля? Ну, это был ихний, потом тут наши сидели, когда они ушли. Потому что высотка хорошая, видно, да. Хорошо. Корректировать хорошо. Тракторами копали окопы, настроили. Ну, как местные говорят, лесники, когда они выпилили все, ну, лесники, то ли с юмором мужики оказались,
то ли это самое, их уже не было, они им счет выставили. За то, что деревья попили. Больше 100 тысяч, короче, только счета. Вышло на то, что. Естественно, навряд ли кто им там что уплатил. Понятно, да. Все ж в Мариуполь поди. А что, это на память тогда же. Это мне разве не то самое, патроны, блядь, не сильно. Вот, Олег Иванович, вот так у нас братья славяне живут, забытые. Ну а что поделать? Да. Хоть какой-то, ну, будет, это еще хорошо, что брезент был, понял? Ну, затянули, да. Короче, получается. Вот ваши подразделения и воюют на Святом Духу за честь и славу, блядь. Ну а что поделать? Где-то дети, где-то что-то, понимаешь? Ну, да. Пошел! Поехали! Поехали! Давай, пошел! О! Ладно, только долетели. А ну, Сирань. Сирань. Иди сюда. Подними его. А ну, 130-й был неплохо. Ну да. Но с минами беда. Угу, понятно. Даже с этими беда. Угу. Вот у них укрепрайон. Вот, да, они там укреплены, сидят там. Ага. Где кустики, а слева он два бугорочка, тут тоже их не два. Вот то они все тракторами накопали. Да, вот эти бугорочки, что ты говоришь, вот. Да, они. Да, да, да. Вот угу. Они там и рядом бассейн. Давай вторую сразу.